Ну вот, кстати, в Красноярск прилетел Виталий Мутко, бывший министр спорта, а ныне заместитель председателя правительства России. Чиновник к нам с ревизии по объектам Универсиады. Он посмотрел, как идет строительство развязки на Волочаевской, побывал в парке Универсиады, это что на площади перед БКЗ, в комплексе деревни Универсиады и медицинском центре. Ну и, конечно, посетил главный дворец студенческих игр, это арена Платинум, где будет проходить закрытие и открытие Универсиады. Ну...